Доброго времени суток. Меня зовут Анна, и вы на моем канале. Сегодня я хочу распечатать вместе с вами вот такой вот заказ. Это заказ с интернет-магазина. Если кому-то надо, заходите ко мне ВКонтакте и в личку напишите мне, я вам в личку дам этот интернет-магазин. Так как рекламу я его делать не буду, я вам просто показываю, что мы там купили. В этом интернет-магазине я покупаю уже 4-й год, вот как стала инвалидом. И мне нравятся как бы вещи, у всех вкус разный, мнения разные. Ну, давайте с вами приступим. Сегодня мне помогает дочка. Дочь, держи. Держи вот здесь. Тут у нас получается небольшой совсем... Ножницы тупые. Небольшой заказ. Давай. Ложи. Ложи здесь. Вот. Нет, туда подвинь, дочь. Еще две ты. Еще две ты. И давай по одной вещи мне доставай. Ой, извините. Вещей там, девочки, мало, сразу скажу. Листочки у меня. Вот. Тут больше я заказала носки, так как у нас носки закончились. Давайте с вами приступим. Вот, дочь мне достала. Девочки, упаковка носок стоила 245 рублей. И сейчас я вам скажу. 245, девочки. Вот эти вот носки мне обошлись вместе с пересылом. Одна пара обошлась 23 рубля 50 копеек. Это мужские махровые носки. Получается, за эту упаковку вместе с пересылом я заплатила 292 рубля. Давайте сейчас посмотрим. Дочь, давай открой, это мне неудобно. Одну дай. Быстрее открывай. Так, вот, девочки, хочу вам показать термоноски бамбук. 42-44. Это мужские. Так, давайте туда выкину пока. Ну, носки как носки. Я уже не первый раз заказываю там носки. Нам нравятся, девочки. Постоянно заказываю там. И беру, там продается только упаковками. И беру постоянно упаковками. Как вот, не шелести. Как вот и сейчас тоже взяла все... Всем по упаковке. Это упаковка мужу. Вот сюда ложу. Давай следующий доставаем. Так, девочки, это тоже упаковка носок. В упаковке 12 штук. Цена 360 рублей. Размер 30-35. Это для младшего ребенка. С пересылом. Дочь, открой. Пересылом мне эта упаковка обошлась 411 рублей. Получается, одна пара 34 рубля 25 копеек. Тоже, девочки, носки как носки. Тут вот написано верблюжья шерсть, подростковые. Блин, не открыла. Вот. Выкинем туда. Эти вот потоньше носочки, чем мужские. У нас носки, девочки, летят моментально. Не успеем одеть, что у младшего не так. У старшего сына у меня летят носки. Туда ложи. Он уходит в школу в новых носках, приходит, они все дырявые. Давай дальше. Девочки, это то же самое, как вон и те подростковые, только здесь размер 36-41. Это на старшего сына. Носки такие же. Тоже цена 411 рублей вышла с пересылом. Одна пара 34 рубля 25 копеек вышла. Так, девочки. Это носки короткие, махровые, 38-42 размер, 345 рублей. С пересылом эти носки мне обошлись 395 рублей. Одна пара
32 рубля 92 копейки вышло. Это я себе упаковку заказывала коротких носочков. Давай, дочь, открой. Вот, девочки, дочь достала. Вот такие вот носочки. 38,42. Хлопок, термоноски. Ну, здесь, девочки, ничем вот не отличается, что мы в городе до этого покупали. Носки как носки. Ложись. Так, девочки, здесь у меня дочь достала леггинсы размер 50-52, 375 рублей. С пересылом эти леггинсы мне обошлись 428 рублей. Ну, давайте сейчас посмотрим на качество. Девочки, заказывала эти леггинсы я себе, так как брюками то... Ой, девочки, сейчас камера упадет, извиняюсь. Вас потрясу. Тут вот надпись Adidas. Видно так. Вот такие они вот теплые. На меня, ну, налезут. Вот, вот такие вот леггинсы. Я вот сейчас вот в таких леггинсах постоянно как бы на улицу выезжаю. И вот заказала себе к зиме. Там вторые такие же должны быть, только Nike написано. Так, девочки, вот еще упаковка носок. 37,41, 360 рублей. С пересылом они обошлись 411 рублей. Одна пара вышла 34 рубля 25 копеек. Это я заказывала упаковку дочери. Как я и говорила, что всем по упаковке носок махровых заказала к зиме. Ну, мы с дочерью, у нас размер, она уже и мои носки как бы одевает, пользуемся. Так что, если ей короткие понравятся, то короткие оденет. Ничего не можешь найти, где открыть? Ты что там запутал? Да, вообще... Дай. Нет, вообще как будто. Дочь. Вот. Видишь? Так запутались? Да, тут видишь, скотчем, да. Видишь, скотч. Вот, девочки, смотрите. Бамбук термо женские носки 37,41. Тоже носки как носки. Давай дальше. Так, девочки, вот это еще. Так, это еще одни леггинсы 50-52, 375, с пересылом 428 рублей они мне обошлись. Тоже теплые, только тут там Nike написано должно быть. Вот, девочки, сейчас покажу, о чем я и говорила, надпись тут Nike. Вот, вот такие теплые леггинсы. Хорошие спортивные леггинсы. У меня есть летние наподобие. Там просто написано вот здесь сбоку спорт. Тоже заказывала на этом сайте. Вот такие вот леггинсы. Давай дальше. И еще чуть-чуть осталось, совсем немножко. Так, давай. Не сюда. Так. Девочки, смотрите, это ботинки, как их еще называют, дутиками, размер 36, 172 рубля они стоили, с пересылом они мне обошлись 200 рублей. Я заказывала две пары. Ой, дочь, держи.
это, девочки. Так, вот тут вот, смотрю, носок, держи. Это они больше, как бы я бы назвала, не зимние, а весенне-осенние. Такие вот ботиночки, дутики. Это, как говорится, носок сюда. Вот. Получается галошка вот здесь и вот такие. Вот пахнут прям как это, в магазине покупаешь обувью. Да, девочки, вот. Это я заказывала младшему ребенку, как бы нога тоже растет. 36-й заказала, чтобы был, как бы лежали, тем более недорого. И обыкновенные такие дудочки, легкие, дома гоняться самое то. Тем более мы живем в деревне, у нас тут грязюка постоянно. Давай дальше. Дальше, девочки, то же самое, только размер 34. Тоже цена у них 172 рубля. Тоже такие же. Тоже тут получается вот такой носочек. Тоненький вот здесь вот. На шнуровке вот на этой. Вот эти 34-е, ему сейчас ходить на теплый носочек самый раз. Вот сейчас бегать, когда грязь будет. Пока морозов как бы нету. На, дочь, давай дальше. И там осталось, наверное, последнее. А, нет, девочки, забыла. Вот про этот костюм забыла. Заказывала сыну костюм. Размер 40-42. Стоил 270 рублей. И этот костюм мне с пересылом обошелся 310 рублей. Ну, давайте посмотрим. Так. Показывай. Это мне неудобно. Так. Вот, девочки, он такой легкий. Ну, я так поняла, это на старшего сына пойдет, но ни на как не на младшего. Я брала вот этот костюм на пробу, хочу в садик ему. В садике жарко, вот тут какие-то вот полоски как лежало, но это постирается. Это вот шорты. И вот такая вот, ложи, ложи. И вот такая, давай, сюда. Вот такая легкая футболочка. Вот такая вот. Швы нормальные. Такая тоненькая-тоненькая, в садик вот самый раз. Вот я насчет... Ложи, насчет футболки смотрю, она пойдет. Да и шорты тоже ему пойдут, сыну младшему. Классно, давай убираем. А то в садике вообще, девочки, очень жарко. Последнее? Нет, еще, еще что-то? А, я забыла. Вообще, девочки, забыла, что заказывала. Так, вот смотрите, девочки, размер 50-52, 270 рублей стоил этот заказ. И это тут должны быть трое труселей, мужские боксеры. Обошлись они мне с пересылом 310 рублей. Одна штучка, ну как одни труселя, обошлись 103 рубля 34 копейки. Раскрываю. Там разорви пакетик. Два дня. Так. Ну, давай, помогает, мне неудобно. Вот такие, девочки, труселя. Это я заказала мужу. Ну, нормальные трусы, ничем не отличаются, чем у нас, пойди сейчас в магазине купи или так, на рынке. Так, вот такая расцветка, ложи. Вот такая вот расцветочка, давайте я вас пониже пущу, чтобы вам видно было. Нет, прям на них ложи. Вот вторые такие. Так, переветывай. Да. Ну, хорошенько положи, что ты сикс-накс вот эти трусы положи. Вот такие расцветки. Это был набор, как бы комплект из трех труселей. Так, убираем. Тоже трусы заказываю не первый раз ему на этом сайте. Также и детям заказывала. Так, следующее что? Ну, давай я покажу, а потом ты будешь открывать. Так, девочки, смотрите. Это кроссовки, 38 размер, стоили не 280 рублей.
С пересылом, девочки, они обошлись 321 рубль. Давайте посмотрим на них. Кстати, хочу сказать, обувь я тоже там постоянно заказывала. Вот летняя обувь там вообще. Бывало даже, девочки, за 100 рублей брала, и за 70. Ничем не отличается, чем в магазине. Ну, открываю. Так, давай сюда. Тут должны быть, посмотри, там должны быть шнурки. Так, вот такие, девочки, вот смотрите, они как бы и кожа, и не кожа, как-то непонятно. Материал, размер 38. Ну, ничего, купим шнурки. Вот. Нету, посмотри хорошенько. Ну, а в пакете ты их там не кинула, дочь? Смотри. А, нет, девочки, шнурки продавец не положил в этом магазине, но ничего страшного, шнурки не такие дорогие. Шнурки, как говорится, купим сюда или со старых кроссовок возьмем. Пахнет обувью. Дальше давай. Это я заказывала сыну старшему. Так, смотрите, и последнее у нас. Это 38 размер, цена 180 рублей, кеды. С пересылом они обошлись 209 рублей. Давай смотреть, открывай. Это я дочери заказывала. Почему я такие им кроссовки покупаю? Вот на, в школу, на сменную обувь, самое то, им нравится. Даже покупала, бывает, и тапочки. Легенькие, девочки, вот они дышащие. И на лето вот тоже я наподобие тоже брала им. Вот сейчас смотрю, девочки, мне понравились вот как бы по качеству вот эти кроссовки, да? Как бы легенькие, на лето самое то, красивые, яркие, да, дочь? Тем более у нас, покажи олимпийку, у нас, кстати, есть костюм спортивный, штаны, она вот в них сидит, в этих штанах. А олимпийка, ну что ты за наизнанку? А олимпийка, девочки, вот такого цвета. Как раз у нас подходит под спортивный костюм. Здесь мы, у нас на Китай приходила вот такая наклеечка, покупала. Мы сюда ее приклеили. И как раз вот эти кроссовки у нас подойдут к этому костюму. Да, кстати, тот костюм я тоже покупала в этом интернет-магазине. Кстати, товар быстро у них как бы ассортимента много, но быстро раскупают товар. Вот, смотрите, вообще классные кроссовки. Ничем не отличаются от магазинов, девочки. Еще раз повторюсь, это не реклама. Это лично как бы я покупала в этом магазине, также и буду дальше покупать. На днях опять сделаю заказ с девчонкой пополам. Нам нравится. Все, нету, нету ничего. Вот. Вот, сейчас дочь подвинет. Ты прям не сильно ложи. Вот, девочки, вот так вот она положила все, конечно. Вот такая у нас была сегодня, как говорится, распаковка. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, девочки, напишите, пожалуйста, дальше снимать вам такие видео, как бы товары, что я покупаю в интернет-магазинах. Ну, все. Еще раз, извините, еще раз повторюсь, если кому надо, я дам в личку в смс-ке этот интернет-магазин, сайт. Рекламу я делать не буду этому магазину. Это лично то, что мне нравятся эти вещи, не только мне, и кто как бы со мной вместе складывался и покупали в этом интернет-магазине, тоже понравились вещи. Ну, там и есть, как говорится, и... Г, и есть хорошие вещи, на них надо напасть, на хорошие вещи, чтобы лазить и как бы покупать. Там минималка в этом магазине 5000, последующие заказы на 3000 можно делать. Вот здесь у меня заказ вышел где-то, сейчас вам, девочки, скажу, 4000 где-то вместе с пересылом вот это все обошлось. Все, девочки, надеюсь, вам понравилось мое видео, много болтовни. Ну все, всем пока-пока!